Окей, представься, пожалуйста, скажи, как тебя зовут? Александр. Не-не-не, шучу, это он. Я Олег Фриш. Олег, для чего ты пришел на показ картин сегодня? Хотел, если серьезно, хотел что-то посмотреть на своей новой большой квартиры в 2000 square feet. А каким образом вот ты будешь смотреть? Ты еще ничего не видел. Нет. Ты будешь смотреть то, что годится тебе по размеру, по цвету. Как ты выбираешь? Стилю. Мне нравится абстракция, мне нравятся кружки, вот типа Дэниела Херста. Я люблю это все. Мне это очень нравится. Это можно в любое место поместить, в любом интерьере. Mm-hmm. Это всегда подойдет. Ты вот принимаешь... И цвета. Настроение. А ты заранее художников смотрел, исследовал, кто будет? Нет. просто вот пришел, что-нибудь хочу взять? Я доверяю Марго Грант, Маргоша моя подруга давняя, я ей доверяю, поэтому пришел посмотреть заодно с кем-то из друзей повидаться. Понятно. Вот. Скажи, какие-то у вас анонсы предстоят в вашей работе? У меня запущена на НТВ программа своя, у меня сейчас пошел проект Time Out. Это единственная в мире программа на русском языке, в которой участвуют американские звезды, легендарные люди, у которых Грэмми, Оскары. Она уже у меня идет месяц, еженедельная программа на НТВ по вторникам, средам и субботам. Вот я этим занимаюсь проектом. Плюс у меня еще будет тур по Европе. А почему американские звезды соглашаются идти на русскую программу? Чем ты их заинтересовал? Во-первых, потому что у нас очень давние связи, дружба со многими людьми. Вупи Голдберг, Глория Гейнер, Том Джонс, Энгельберт Хампердинг, очень многие люди. Джеймс Браун покойный, мы дружили, Донна Саммер. Для них это новый рынок. У меня за все годы сформировалась аудитория, которая любит ходить на концерты, на мюзиклы. И они просто это знают. Я хожу к ним на концерты, они ходят ко мне на концерты. Когда у тебя сидит в зале Пол Анка, Кони Фрэнсис или Гэри Юэс Бонс, внесенный в зал славы рок-н-ролла, это приятно. Понятно. То есть ты как бы выступаешь сегодня как свадебный генерал на выставке? Нет, почему? Я очень простой человек, доступный. Hello, у меня можно потрогать. Я пришел посмотреть, мне это интересно. Я люблю все интересное, новое, современное. Я пришел посмотреть, что рекламирует нам Facebook. Скажи мне, если люди захотят с тобой работать, купить билет на твою программу, посмотреть что-то, как можно связаться? Facebook, Instagram, у меня есть сайт Олег Фриш, Facebook, Instagram. OlegFrish.com, OlegFrish.com, OlegFrish.com. You're welcome. Cut. Thank you.